Третье воскресенье июня является датой, о которой помнят все. В этот день страна отмечает День медицинского работника, который накануне всероссийского праздника отметили и в Зарайске. Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые врачи, уважаемые фельдшера, уважаемые медицинские сестры, уважаемые младшие обслуживающие персоналы и все те, кто так или иначе причастен к сегодняшнему празднику. Разрешите мне от всей души пожелать вам благосостояния. Сегодня в Московской области, благодаря программам губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, средняя заработная плата медицинских работников по отрасли одна из самых высоких в Российской Федерации. Я желаю вам, чтобы в ваших домах был мир, в ваших душах было согласие и равновесие. Я желаю вам благодарных пациентов. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую, активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть. Это здоровье свое и своих близких. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала. Ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Именно за эти качества и высокий профессионализм награждали лучших медиков Зарайского городского округа. Уважаемые коллеги, ваши старания, ваша работа возвращает пациентам самое главное. Самое главное на этом свете – это здоровье. Пусть ваши ночи будут спокойны, дни ваши будут веселые, а дежурство ваше будет благополучно. Большое спасибо вам, говорю, за ваш труд, за ваш талант, за тот вклад развития здравоохранения нашего округа, за ту поддержку нашего учреждения. Поверьте, это дорого стоит. И в преддверии праздника хочу вам пожелать только повышенного настроения, только приятных положительных эмоций и побольше ярких праздничных событий в жизни. В этом году у зарайских медиков двойной праздник. 18 июня 2018 года больница отмечает юбилей – 190 лет со дня основания. Это праздник каждого работника, всех тех, кто посвятил себя профессии, заботе о жизни и здоровье человека и тем, кто это обеспечивает. Несмотря на огромные трудности, которые испытывает сфера здравоохранения, престиж медицинского работника и сегодня остается высоким. Об этом говорили гости, ветеран войны, врач Анна Ивонина и председатель профсоюзного комитета Зарайской центральной районной больницы Любовь Крючкова. Каждый из вас испытывает большое чувство гордости за свою профессию, за свою больницу, которой вы отдаете практически не только все свое свободное время, но даже больше. Вы отдаете всю свою жизнь на благо охраны здоровья нашего населения. И честь вам, хвала за это. Благодарность от ваших пациентов, от нас, от всех. Примите искренние поздравления с сегодняшним профессиональным праздником. Прежде всего, пожелать вам самим крепкого здоровья, потому что медик должен быть и физически, и духовно здоров, чтобы ему на все хватило сил. Пожелать благополучия в семье, хороших, надежных друзей и коллег рядом, которые в любую минуту придут на помощь. Счастья, здоровья, мира и благополучия вам. С праздником, дорогие коллеги! У Зарайской больницы несколько любопытных юбилеев. Она начала свою работу 18 июня 1828 года. Своего помещения не имела, а снимала по найму у местных купцов. В 1888 году в Зарайске построено здание земской больницы. В 1898 году впервые открыта городская амбулатория. А 29 мая 1918 года произошло знаменательное событие – торжественная закладка больничного здания, которое было сдано в эксплуатацию. В настоящее время это современные здания с хорошим медицинским оборудованием, 5 амбулаторий в сельской местности, в которых работают врачи общей практики, и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. И все-таки главное для больницы – это кадры, которыми сегодня можно гордиться. С праздником, уважаемые медицинские работники, и с юбилеем – Зарайская центральная районная больница. Валерий Маркович, Герман Белеев, Константин Куянов. В студии «Квант» – Зарайское кабельное телевидение.